Я видел раньше, как подбирают павших. Но не так, как эти люди. Это был знак уважения призраков к Аяксу. Прямая противоположность тому, как он, видимо, умер. Если его убил этот Рорк, он явно не торопился, наслаждался процессом. А теперь он охотился на призраков. И вновь мы вели бой с Федерацией. И вновь мы направлялись в самый хаос. Раскопки, списки целей, призраки. И где-то, в гуще этого побоища, был наш отец. Нужно было его найти. Ready?
Раз и навсегда. Тебе и твоему брату еще многому надо научиться, но вы прошли все испытания. Добро пожаловать в призраки. Мы готовы. Мы тебя не подведем. Я в этом не сомневаюсь. Я горжусь вами. Вами обоим. Все, конечно, хорошо. Но что, черт возьми, нам делать с Рорком? Рорк, парень, который охотится на призраков? Да. Он хорош. Чертовски хорош. И он знает, как мы работаем. А как такое возможно? Он был одним из нас.